Парад войск Хабаровского гарнизона продолжает боевая техника. Возглавляет механизированную колонну герой Российской Федерации гвардии полковник Азатбек Амурбеков. На главной площади города легендарный советский танк Т-34, прошедший через все героические сражения и ставший символом победы в Великой Отечественной войне. Тяжелый танк ИС-3 Иосиф Сталин из-за характерной формы верхней лобовой части корпуса получил народное название «Щука». Советская тяжелая самоходно-артиллерийская установка ИСУ-152 за эффективное поражение танков и бронетехники противника заслужила название «Зверобой». Реактивная установка БМ-13 «Катюша»